Зрители, подписчики, канал Рик Антонафет, малыш футболист, и сегодня в видео мы научимся жонглировать и делать самый простой фристайл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну а если уже сегодня в режиме фут вы хотите купить себе любимого футболиста, то следующие 30 секунд видео для вас. Поехали! Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть кумира или просто любимчика, то сайт Автофут для вас. Купить монеты ФК-24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк, и можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, друзья, все элементарно просто. Зажимаем L2, эта кнопка всегда работала во всех версиях FIFA для финтов. А дальше просто начинаем, держим L2, да, левую нижнюю кнопочку, нажимаем правую верхнюю, нажимаем ей щелкать. Когда вы, соответственно, щелкаете ей, игрок, футболист, в данном случае, то Криштиану Рональдо, начинает чеканить. Какие мелкие фишки здесь можно сделать? Например, сделать вокруг света, да? Соответственно, здесь есть несколько вариантов. Вы можете еще подбрасывать мяч выше, нажав правый стик, да, именно нажав его, не просто куда-то его в сторону, а именно нажимаете на него кнопочки, да? Эта же кнопочка работает в самой... в режиме фут, когда вы хотите, соответственно, посмотреть какую-то информацию по игроку. Игрок начинает делать вот такие вот подобные всякие разные трюки, подбрасывая мяч вверх. Ну и самое главное здесь поймать момент, ребят, нужна некая сноровка, когда вы чеканите, в какой-то момент начинаете быстро крутить правый стик. Правый стик начинаете крутить, и тогда начинает он делать, соответственно, вокруг света, в мяча, влево-вправо, смотря как вы, в какую сторону вы начинаете крутить. Сразу честно скажу, не всегда получается и не за всех футболистов. За Криштиану Рональдо точно получается. Вот вы видите, он начинает крутить ногой, переступы делает и крутит. Да, иногда бывает, вроде как все зафиксировал, все крутишь, все нормально. Но что-то сбивается, игрок начинает уходить в сторону, и вместо вот этих вот красивых, элегантных движений, соответственно, игрок начинает убегать в сторону. Ребят, понятно, что в игре это не вам вряд ли чем-то поможет, только если соперник совсем перестал играть, вы где-то встали в уголку поля и начали тут ему показывать свою технику, но просто уметь делать эту фишку довольно интересно, от нечего делать, с друзьями поприкалываться или самому на тренировочной арене, или в каком-то матче сквад-батле на низком уровне. Ребят, пишите, какие трюки делаете вы, что вы еще знаете. Лайк, подписка, колокольчик. Любите футбол, играйте в ФК-24. До встречи на канале. Хорошего дня или вечера, где бы вы ни находились.